Телеграм-канал промышленного района Самара сообщает, что Департамент опеки, попечительства и соцподдержки города выпустил новый справочник, в котором собрана информация обо всех выплатах, льготах и пособиях для семей с детьми и дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Самаре. Также в справочнике размещены актуальные адреса и телефоны учреждений, в которых можно получить помощь. Ознакомиться с информацией и скачать справочник 2023 года в электронном виде можно по ссылке, указанной на экране. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли приглашает принять участие в главном региональном бизнес-событии года, которое пройдет с 7 по 11 декабря. Самарский региональный форум «Мой бизнес 63» традиционно собирает более 1000 участников, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, топ-менеджеров и собственников компаний, заинтересованных в успешном развитии своих проектов. Тема форума в этом году – точки опоры. Участники мероприятия узнают, как региональному бизнесу расти, используя все имеющиеся ресурсы, где находить новые источники для развития. В течение 3 дней для предпринимателей пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, посвященные таким темам, как цифровизация бизнеса, управление персоналом, маркетинг и продажи, финансы и инвестиции, устойчивое развитие. Администрация Куйбышевского района сообщает, что записаться к нотариусу можно электронно на платформе Госуслуги. В карточках представлена пошаговая инструкция. Нужно авторизоваться на портале Госуслуги, в поисковой строке ввести фразу «Запись к нотариусу», выбрать регион, определиться с тематикой вопроса, указать вид документа, который хотите оформить у нотариуса, и записаться.